Итак, всем добрый день. И сегодня у нас первый день, когда у нас нет дождика. Да-да, у нас сегодня 26 мая, если не ошибаюсь. И мы решили с вами немножечко полетать в Имеретинской низменности, а точнее над пляжем, да, который сейчас готовится к тому, чтобы у нас принять туристов. И давайте мы с вами полетаем в сторону, так скажем, олимпийских объектов. Здесь вы видите у нас с левой стороны хорошую пляжную полосу без единого волнореза, да, а с правой стороны у нас беговая дорожка и пешеходная дорожка. Реально классное место, где можно погулять, где можно получить море удовольствия. И мы с вами летим дальше, да, видим, что тут делаются работы. И теперь давайте немножечко покажу вам велосипедную дорожку и пешеходную дорожку. Вот у нас, смотрите, летим в обратное направление. Посмотрите, как это красиво, как идеально. Очень много у нас здесь туристов, очень много даже просто таких же, как я, которые приезжают и каждый раз получают море положительных эмоций от того, что живут в таком красивом, потрясающем городе России, как город Сочи. Сразу говорю, это у нас до Олимпиады ничего не было. Все это построено у нас в период Олимпиады, и поэтому стройка прошла грандиозно. Много, конечно, денег всего было вложено, но я думаю, что такая красота, она того стоит. И самое интересное, что я сегодня некоторые фотографии делал, посылал людям и играл в мелодию. Ну, угадая мелодию, сказал, что это я в Турции нашел фотографии. И реально, от Турции очень тяжело отличить, разве только что грязи нету. Если грязи нету, да, на фотографии, если все чисто и убрано, значит, это Сочи. Это у нас идет уже, заканчивается, так скажем, гостиничные комплексы. И тут у нас вот эти горы, это у нас начинается та самая Абхазия, куда можно съездить, где можно тоже оказаться на чистейших пляжах. Только если, например, сравнить у нас Абхазию с Сочи, чем будет отличаться? Если в Сочи у нас славится тем, что у нас нет воровства, нет разбоя, ничего, то в Абхазии в точности до наоборот. Поэтому безопасный отдых, пусть немножко подороже, но это однозначно Сочи. И я вам советую отдыхать в городе Сочи ради вашей собственной безопасности. Ну и давайте сейчас немножечко повыше поднялся на высоту 120 метров. Почему-то я дальше сейчас выше пока не летаю. Какое-то забил у нас обновление. И просто покажу вам ту красотень, которую видят птицы, которые у нас летают, наслаждаются. В общем, вот примерно вот выглядит это вот так вот. Тоже у нас, как бы, все говорят, что район новый, там еще нет у нас деревьев, нет ничего. На самом деле, вот они, деревья есть, старые красивые деревья, их никто не вырубал. И вот так у нас выглядит в целом вся, так скажем, Олимпийская набережная. Да, видите, там какие-то работы проделываются, но это все идет подготовка к курортному сезону, потому что здесь тоже у нас был мэр города, ругался. Это я все видел по, так скажем, то же самое в Ютубе. Мне вы, мои подписчики, присылаете все ссылочки на эту тему. В общем, вот так вот, да. Посмотрите, очень много народу, много загорает, хотя сегодня было не так уж и тепло, сегодня было всего лишь 20 градусов. 20 градусов по меркам Сочи не совсем то, что хочется. И опять же штиль, да, вот многие спрашивают: Макс, а где купаются местные? А местные купаются здесь. Именно сюда приезжают, потому что здесь кристально чисто, здесь комфортно и здесь приятно находиться. Опять же, аренда лежака в прошлом году стоила там копейки, там 200 рублей. Вот примерно это выглядит вот так вот. Ну и немножко пониже спустился, пугал птичек. Ну, для вас репортаж снял Максим Коломейцев, компания «Элитный Сочи». Сегодня убил двух зайцев и гостям все показал. Ну и вам, конечно же, продемонстрировал ту красоту. Если вы думаете, ехать или не ехать, однозначно нужно ехать. Понравилось видео — ставьте лайк. Не понравилось — напишите почему. Буду исправлять, буду исправляться в лучшую сторону. Пока!